Для осенка это на посты. Красноглав Дякона, Мамский луз, синего угла Айсен Семенов, Оленевский луз. Балактан Айсенера, Китая Усанов, ответственных схваток. Если победит Айсен Семенов, то он станет победителем по борьбе Капсагай. Но если выиграет Вячеслав Дяконов, то уже будет смотреть на качество предыдущих схваток. Первый балл заработал Вячеслав Дяконов. Намский луз. Победителем по борьбе Капсагай. Оленевский луз.